Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Існує статистика, яка говорить, що майже кожна третя людина відчуває себе пригніченою та спустошеною після новорічних свят. Отже, новий рік і депресія. У чому зв'язок? Сьогодні будемо розбиратися разом з нашою спікеркою. Я рада вітати у нашому прес-центрі психологиня Юлія Сіліна. Юлія, рада вас знову бачити у нашому прес-центрі. Розкажіть, будь ласка, звідки ж береться цей пригнічений стан після нового року і у чому взагалі його причини? Добрий день всім. Да, действительно, такой феномен существует, как посленовогодняя депрессия, и связана она с несколькими моментами, о которых я сейчас озвучу. Первое, о чем бы хотелось сказать, о том, что все мы родом из детства. Мы все воспитывались на сказках, на новогодних фильмах, и что в сказках, что в новогодних фильмах присутствуют чудеса. И я думаю, что каждый из вас заметил, что в новогоднюю ночь, в рождественские вечера нам хочется какого-то чуда. Но проходят эти праздники, и, к сожалению, этого чуда не произошло. Естественно, происходит какое-то разочарование. А следующий момент, который очень важный, это подготовка к праздникам. Есть категория родителей, мамочек, которые готовят тщательно очень праздники, продумывают подарки, программу, очень много суетятся, очень много энергии тратят на то, чтобы подготовить идеально праздник. И если где-то что-то не получается идеально, то после праздников, конечно, остается такой вот, ну, неприятный осадок. А следующая причина – это одиночество. У нас очень много пенсионеров и очень много людей, которым не с кем встретить Новый год. Им даже поговорить не с кем. И они тоже ждут чуда от Нового года, о том, что, может быть, кто-то вспомнит о них, поздравит, какой-то вот подарок, сюрприз. И они это очень ждут, им не с кем пообщаться. И когда проходит Новый год, и такие люди в одиночестве отмечают праздники, естественно, после праздников происходит такое вот нехорошее чувство, как посленовогодняя депрессия. Сюда же можно внести и то, как мы проводим праздники, потому что это выходные, меняется режим дня, мы ложимся поздно спать, употребляем много алкоголя, и когда выходим на работу, тоже чувствуем себя подавленными, потому что время праздников закончилось, наступили будни, а будни – это все-таки более скучные дни, более напряженные, и организм немножко расстроился на праздники. Это основные такие моменты. Бывают и личные особенности, о которых я сейчас не буду говорить, но это связано больше с отдыхом и времяпровождением, общением с семьей. Скажіть, будь ласка, тобто можна сказати, що дійсно от і наш спосіб життя, тобто фізіологія, переїдання, алкоголь впливають на появу нестабільного такого психологічного стану? Звісно. Во-первых, переїдання. Очень интересный феномен. У нас сейчас большое количество людей находятся на правильном питании, то есть здоровый образ жизни. Естественно, там высчитываются калории, подбираются продукты питания правильные, здоровые. И вот новогодний праздник, и как же на Новый год без оливье? Или, может быть, поход в Макдональдс, кушать фастфуды. И, конечно, желудок у нас перегруженный. Мало того, что он перегруженный, мы можем получить неприятные ощущения в своем собственном желудке, и при этом можем даже в некоторых моментах получить какое-то отравление. Но после праздников женщины, вставая на весы, чувствуют себя, ну, как-то некомфортно, потому что там 2-3 килограмма добавляется. Для женщин это стресс. Поэтому очень важно позаботиться, чтобы все-таки правильное питание тоже было на Новый год. А стресс заключается в чем? Потому что придется жестко сидеть на диете, не доедать для того, чтобы сбросить эти килограммы. Отсюда тоже может возникать такая вот посленовогодняя депрессия. Немножечко об алкоголе. Алкоголь – это напиток, который что делает? Он стимулирует нервную систему.
повышенный уровень радости, эмоций, чувств. Человек в этой повышенной эмоциональности находится несколько дней, и он уже вживается в том, что ему легко, ему свободно, ему приятно, он отдыхает, он общается. И тут приходят будние дни, когда уже употребление алкогольных напитков не употребляется, и, естественно, приходит алкогольная деинтоксикация. То есть человек себя плохо чувствует, некомфортно. Поэтому тоже важно позаботиться о том, какое количество спиртного будет употребляться. А чи є яскраво виражені ознаки? От ми розуміємо, що дійсно такі психологічні стани, вони не одразу якось проявляються, і ми іноді не помічаємо, що становимося більш такими пригніченими, спустошеними. Чи можна якось, подивившись на свого, там, не знаю, друга, якогось рідну свою людину, і зрозуміти, що в неї є якісь вже там проблеми, що вона от, у неї депресія? Сразу уточню, що післяновогодня депресія, вона дуже швидко проходить. То есть сказать, что это такое вот особенное заболевание, из-за которого придется бежать к специалистам, нет. То есть на это, как бы на это состояние уходит несколько дней для того, чтобы войти в постоянный ритм жизни. Но, тем не менее, есть определенные симптомы. Прежде всего, это высокий уровень тревожности. Человек тревожится, он не может успокоиться. При этом нарушается сон. Сон может каким способом нарушаться, очень много спит человек. То есть если в обыденный день, в будний день человек 7-8 часов спит, то здесь до 12 часов. И после сна он не чувствует себя отдохнувшим. Человек просыпается, и такое ощущение, что вот он не спал, перегруженный, его тело не отдохнуло. Снижается половое влечение, снижается сексуальность. И на эти симптомы тоже очень важно обратить и уделить себе внимание, то есть понять причину, разрешить, почему этот симптом у вас появился, и чем быстрее вы сделаете, тем быстрее вы выйдете из предновогодней, то есть после новогодней депрессии. Ми знаємо про існування усім нам такої відомої осінньої депресії, осінньої хандри. Чи можна сказати, що от вони якось тісно пов'язані, і що осіння депресія, що постноворічна депресія, вони пов'язані з там погодніми умовами? Все может быть, но все равно нужно четко различать и разграничивать. Почему? Потому что осенняя депрессия, она длительная, она связана с тем, что не хватает солнца, не хватает витаминов, не хватает удовольствия, радости, счастья. И если у человека эта депрессия происходит и накладывается еще новогодние праздники и посленовогодняя такая депрессия, конечно, человек более себя некомфортно чувствует. Но они могут существовать и по отдельности. Поэтому большая такая рекомендация позаботиться о себе, о витаминах, об образе, правильном образе жизни для того, чтобы убрать осеннюю вот эту хандру, возможно, даже обратиться к специалистам для того, чтобы убрать осеннюю хандру, потому что с осенней депрессией немножко сложнее справиться, новогодняя она быстрее проходит. А як, отже, все-таки позбутися цієї післяноворічної депресії? Можливо, є якісь методи боротьби з нею? Любые методи заключаються в профілактиці. В чому заключається профілактика? Во-первых, я ранее не сказала о том, что еще такая важная часть, как финансовые проблемы. Многие сейчас не могут себе позволить купить те вкусности, пряности, которые раньше давали новогодние ощущения. Те же самые апельсины, мандарины, бананы. Не каждой в семье этого достаточно, чтобы купить и поздравить детей, дать им новогоднее настроение. Поэтому важно научиться считать, сколько денег уйдет на новогодние праздники. На Новый год всегда уходит много финансов. Об этом важно заранее позаботиться и просчитать свой бюджет, чтобы не было, что после Нового года заглянули в кошелек, а там пусто, а вам еще там до получки или до аванса определенное какое-то время, и у вас не хватает финансов для того, чтобы купить продукты питания или какие-то жизненно важные необходимые предметы.
Это первый момент. Второй момент. Продумать тщательно о том, куда вы пойдете посещать и праздновать Новый год. К сожалению, сейчас с пандемией вируса коронавируса, который сейчас в нашей стране и вообще во всем мире происходит, мы очень много ограничены в разных развлечениях. Кто-то уезжает в Карпаты и в этом году не смог поехать, кто-то уезжает, улетает в Египет, по каким-то причинам тоже не мог поехать. И, естественно, планы нарушились. Это расстраивает, это некомфортно. Хочется праздника, хочется себя побаловать, но вот мы сейчас в таких реалиях, когда нужно позаботиться заранее. Если вы не поехали куда-то, как обычно вы делаете, подумайте о том, как вы можете дома провести этот праздник с семьей. Кого вы можете пригласить, кого бы вы хотели видеть, с кем бы вам было приятно общаться. Потратьте это время действительно на общение с семьей. И очень важно после праздников резко не бросать общение с семьей. Не нужно сразу вот углубляться в работу, углубляться в какие-то свои проблемы. Дайте внимание своим близким, знакомым, дайте им больше общения, тепла, любви, заботы. И это будет профилактикой для как бы, такого вот депрессивного состояния после Нового года. Продумайте о том, сколько алкоголя или сколько продуктов питания вам нужно закупить для того, чтобы это не было перебором. Не нужно много выпивать спиртного, потому что возвращаться на работу после большого количества спиртного очень сложно. И самое главное, позаботьтесь о своем графике, здоровом графике. Как вы будете проводить дни, во сколько вы будете спать, ложиться, во сколько вы будете вставать. Очень важно, чтобы к концу выходных вы уже нормализовали свой режим дня. То есть, если вы встаете в 7 часов утра, нужно вставать уже в последние дни, там последние 2 дня в 7 часов утра и ложиться в 10 часов вечера. Это вам поспособствует более комфортной адаптации на работе, когда вы будете выходить после праздников. Ну, как бы я думаю, что каждый человек должен сам позаботиться о том, что его больше все-таки беспокоит. Не нужно сильно углубляться в просмотры фильмов. Да, это здорово посмотреть с семьей любимые фильмы, но не нужно углубляться в эти ожидания. Снимите волшебные ожидания с Нового года, с праздника. Да, это и красивый, интересный, радостный праздник. Проведите его тоже с удовольствием, но прежде позаботьтесь о себе. Ви вже сказали за вихід на роботу, і от, можливо, є ще якісь поради конкретно для тих, кому дійсно після новорічних свят дуже тяжко адаптуватися до того, що потрібно знову свято закінчилося там і Різдво, все це минуло, і треба знову виходити у звичний робочий режим, і декому це робити дійсно складно. Можливо, є якісь поради, щоб саме для тих, хто на силу виходить на роботу або на навчання? Да, обязательно нужно позаботиться о себе. Я вот много раз уже сегодня сказала об этом и буду об этом еще говорить, потому что это очень важная часть и профилактика нашего психического здоровья. Для того, чтобы выйти комфортно на работу, вот прежде я сказала, что нужно позаботиться о режиме дня, о режиме питания. И когда вы выходите на работу, не нужно сразу углубляться во все, то есть переделать всю работу, которую у вас накопилась за эти дни. Придете на работу, подумайте, что вы можете отложить. Отложите какую-то часть работы и сделайте ту работу, которая очень важна, но не прилагая к этому больших усилий. Постепенно адаптируйтесь, выпейте чашечку кофе, может быть, пообщайтесь со своими друзьями, с коллегами, прогуляйтесь в обеденный перерыв, обязательно, это очень хорошая привычка, в обеденный перерыв на свежем воздухе. И не начинайте резко очень много работать, то есть, потому что после этого, конечно, вы будете себя некомфортно чувствовать. Ну вот где-то, да, такие вот для того, чтобы выйти на работу, такие, да, рекомендации. Ну и, конечно же, режим питания, режим дня, я думаю, что у вас все получится.
Що ж, будемо сподіватися, що дійсно сьогоднішні ваші поради, наша прес-конференція допоможе нашим глядачам трішечки адаптуватися після новорічних свят до звичного режиму, тому що завжди, як би там не було, депресія чи не депресія, але складно перейти від такого святкового настрою до більш сірих та сумних будней. Тому свої сірі та сумні будні перетворюйте у щось веселе, яскраве, і нехай ваш кожен день буде насиченим яскравими емоціями. Сьогодні разом з нами була психологиня Юлія Сіліна. Ще раз вам дуже вдячні за нашу прес-конференцію. Ну, а з вами була я, Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!